Дживануки начала. Вчера на людьми начала на юге. Ужас. Попадала. Видел шторы в первом доме. По-моему, нам туда надо ставить. Да, да. Придумайте какой-нибудь ремешок, что сейчас еще снизу вытягивается. Да, на три четыре раза. Давайте сюда две камеры для начала. Вот эту? Сейчас камеру. Так, сейчас камеру. Давайте стол подвинем немножко. Да, делается. Сейчас две лопы мне сделать. Подойди, пожалуйста, я пойду. Может, прям за окном ее оставить? Серег, скажи ее. Серег. Да-да. Может, за окном прям поставить? Где она такое? На даже сюда. Можем открыть чуть-чуть. Сань? Ой, раз, да? Да что ты, зачем ты стул трогаешь? Ты не трогай ее стул. Как будто бы есть. Ты что, Зая? Так. А подвинь монитор, видишь камеру? Полено. Полено, можно ниже свету посмотреть? Свет, отстань просто свету. Артур, осторожно. Весь, иди сюда на площадку. А что ты хотел Артуру сказать? Я хотел, чтобы он там дым поменьше здесь сделал. Артур, сделай дым поменьше. Светочку не хочешь чуть-чуть справа, чуть-чуть оставаться делать? Чтобы тебя как бы... У тебя же... Лена, вы смотрите на Сергея? Ага. Ну, вот, значит. Ставь палочку. А можешь? Ну, у тебя там два движения, правильно? Ну, да. Я давай я тебе первое сразу покажу. Первое вот здесь давай сделаем. Ваня, тебе нормально? Да. Да, а второе там уже... Вот пошла, да. Он говорит, поставь. Ага. Да, 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 отлично. Да? А это Полин? Абсолютно. Куртка это... Это игровая. Игровая. Мы побывали в аду и вернулись оттуда. Нет. Начали. Давай еще раз на нормотворе. Давай, чтобы вошла Наташа, блядь, уже. Типа, там ее увидел. Хорошо, сейчас я откажу Наташе, значит, она зашла. Начали. Наташа. Давай еще сделаем, да? Завтра просто был 11 лет. Давай. Будете сдавать звуки или нет? Будет. А остался с мотором. Но только при этом Сереж рот открывать, а то звуки мы не поймем, откуда они, чтобы он же. Леш, может? Да. Что, Настя, вначале вставим на всякий случай. Наташа. Ну стоп. Только единственный есть нюансик один. Наташа появляется вот здесь. А. Здесь Серег. Видел, да, на краю там видел. Не сказали. Извини. Давайте. Со звуками. Джексон Бум, осторожно. Начали! Мы слышали. Наташа! Стоп! Хорошо. Куда, Вань? Вот, подожди, Стас, там, наверное, ответит. Давай его в голову поставим. Отлично, да, спасибо, Серёг. В этом смысле, да, всё отлично. О, Серёг. Мне рано ли ты, Как она называется всегда так. Сейчас остальное. Сереж, а если ты не будешь облокачиваться, то... Что от Полины это самое, как это, электромагнитное гудение-то. Высоковольтный...
Сереж, давай посмотрим, если ты стоя это сделаешь, ближе к камере. Так я подходи, или я уже здесь, или как? Нет, ты будешь подходить. Ну, подходи. Заебись! Хорошо, практически готов. Так, давайте рельсы надо. Что Не говори, не говори. Рельс один. Да, просто короткий, здоровый. Да, уберите камеру пока. Мы второй раз зашибись. Да, все-таки устал. За меня. Я маленький. Это мне специально нужно будет выходить сюда. Что? Давай лампочку, лампочку. Если я отсюда, ты меня видишь. Да, 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 ты так обсматриваешь свое владение. Красота. Ты на дачу приезжаешь? Осторожненько. Ой. Чуть-чуть позвонче. Заебись. Заебись. Отлично. Давайте. Кто камеру. Что? Ну лампочка кривая. Ну там. Какая? А? Спасибо. Давайте. Спасибо. Тишина. 1572. Да. Ну давай запишем. Так, друзья, давайте. Да, Сереж, здесь общий план такой, тут немного будет браться. Грим костюм, поправки есть у Сережи, нет? Хорошо, приготовились тогда, тишина. Тишина. Да? Отдаемся вам. Другое, что ты можешь стать сарафанной, ты можешь? Да. Там? Ну да. Достань. 75. Леш. А вот кто? Старший уполномоченный. Капитан Алиса. Старший оперуполномоченный капитан Алиса. Все валяются. Все валяются. Ну что ж, коллеги, начнем с первостепенного вопроса. Недозрелый клон Чикатило. Я жена. В принципе, я тоже могу помочь, если что. Ну, ты мелкий. Смотри, какое дело. Ты же знаешь, мелкий человек, мелкий болт. Большой человек, большой болт. А еще и которые поржали. А высокий человек. А высокий человек, большой болт. Я высокий. Ну. Вот совсем говно пьяное, вот сломанный каблук, блевотина волоса, ну, вот тогда можешь подойти и спросить. Скорее всего, нет, но спросите. Чопор? Ага. Итак. Итак? Чё по работе? Чё по делам? Какие ОРМС? Ну, так, достаточно спокойно, но на заправке объявилась банда барсельщиков. Дачки дорогие почти все, люди себя спокойно чувствуют. Эти подбегают с теплым. А, и часто оставляют вещи. А, эти, значит, тачки дорогие почти все, люди себя спокойно чувствуют. Можно под это поставить, идите его сюда. Ну, как будем, сейчас под ними поставить. Кто назвал ли? А это вообще уходит? Нет, он куда уходит? К будке. Дай мне вот все. Так, пойдем, поехали. Ты сначала все? Лучше не выключать, да? Прости, мать, давай. Смотри, что как панель. 51-й хвостик. Метр 56. Или нет, 50 он, да, по плакету. 50.
Ребята, сделаем.